Прапорщик милиции Дмитрий Замяткин погиб 12 лет назад. В составе группы немедленного реагирования он участвовал в задержании вооруженных преступников, напавших на таможенный терминал у станции Щелково. Задачу выполнил, но лишь ценой собственной жизни. Дмитрий посмертно награжден орденом мужества, навечно внесен в списки личного состава Щелковской милиции. В Щелковской школе номер 3, где учился Дмитрий Замяткин, создано ученическое сообщество «Мы замяткинцы», ряды которого пополняются каждый год самыми активными и неравнодушными учениками. Гордиться героическим прошлым своей родины, великой России и ее многонационального народа. Клянемся! День памяти школа проводит совместно с Советом ветеранов Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». На мероприятие приходят депутаты, представители общественных организаций, сотрудники патрульно-постовой службы, где служил Дмитрий Замяткин. Председатель Совета ветеранов милиции Нина Медведева и коллектив школы номер 3 добиваются того, чтобы школе было присвоено имя Дмитрия. В этом году сделан еще один шаг к увековечению его памяти. В школе создана музейная комната, посвященная знаменитому выпускнику. Экспонаты для нее, в частности школьные фотографии, передала мама героя Галина Александровна Замяткина. Во-первых, очень скромненький мальчик такой был всегда, и я очень боялась, думаю, как он пойдет в первый класс. По традиции, в завершении мероприятия школьники и гости возложили цветы к мемориальной доске, установленной в школе номер 3 несколько лет назад.